Ну что, я все упаковала, завязала ленточкой, сделала небольшой декор, цветочки, камушки красивые. Так у меня коробочка выглядит. И теперь мне нужно идти на почту, положить все это в пакет и отправить своей подруге, которая живет в другом городе. Я думаю, будет, конечно же, ей приятно получить от меня вот такой небольшой презент к Новому году. Я думаю, что это для всех людей приятно, когда они получают информацию о том, что кто-то им прислал посылку, и нужно пойти на почту, получить, прийти домой, распаковывать и смотреть, что же там такое интересное. Мне кажется, это очень приятно и замечательно. Главное, что помнить, любить, не забывать своих друзей и поздравлять с праздником. Всем добра, любви. А я пойду на почту и отправлю свою маленькую новогоднюю посылочку. Всем добра, любви и хорошего предновогоднего настроения.